Доброе утро. У нас небольшой дождь, но нужно идти на работу. Всем доброго утра. Пусть плохая погода не портит вам настроение. Мира, добра и позитива вам. Добро пожаловать в новый день, в новый влог. Собираясь на работу, пришла по велосипед и пришла к выводу, что мне нужно срочно, девчонки, вязать бактус такого цвета. У меня и ниточка есть, я уже настроила его. Достала, думаю, я хотела вязать, но не пойму, зачем он мне был нужен. Теперь одела свое пальтишко, такое у меня. И здесь у меня есть покупной тоненький платок, он хлопковый. С вискозой, не полипропилен, но все равно, если будет мороз, в нем будет холодно, это все продувается. Вот, скорейшим образом нужно, девчонки, мне будет начинать новый проект, но к зиме, я думаю, успею связать сюда. Тоже у Светы Барышевой на канале я видела, мне понравилось, она вязала из Ализе Ангора Гулдабре Батик два бактуса, и точно такой цвет, как у меня есть, и болотный. Буду что-то, девчонки, мудрить. Буду связать себе еще один аксессуар. У меня мало их, ну не мало, но такого как раз и нет. Фиолетового, теплого и нет, девчонки. Так что нашла себе идейку. Так, дождик моросит прям в лицо мелкий. Все, иду на работу. Еще увидимся. Мы едем на велике, девчонки. Еду к свекрови, отвожу ей сыворотку. Животным пусть даст, делали творог. И возьму у нее молоко. Сын пьет кефир. Кефир, девчонки, ой, какао. Едем. Погодка, конечно, не очень, но ничего. Самое главное... Не погода на улице, а погода в душе. О, поднялся легкий ветерок. Наверное, буду закругляться, потому что не будет слышно. Хорошей вам погоды, несмотря на погоду за окном. Хорошего настроения, позитива, доброжелательности. И все у нас будет хорошо. Ведь миром правит добро. Пойдемте, девчонки, в новый влог. Шапуля вяжется. Осталось совсем немножко. Но я распускала немножко. Но осталось совсем чуть-чуть. Вот здесь у меня закончилась резинка. Здесь полотно поплотнее, девчонки. Ну, думаю, пусть здесь на макушке будет и такое. Соберу потом вот так резко. Как сейчас макушечки носят. И будет мне такая шапочка. Останется только постирать и пополоскать в семи водах, как говорится. На такой стадии у меня находится этот процесс. Все ничего. Понравилось вязать, но только очень сыпется. Вечернее включение. Я уже дома. Связалась у меня шапочка. Шапочка получилась... Пока что мне в ней нравится все. Как она села, высота макушки, как собралась макушка. Все пока на данный момент меня устраивает. Теперь нужно мне ее еще постирать и посмотреть, что произойдет с ней в процессе влажно-тепловой обработки и сушки. Итак, у меня ушел моточек. Девчонки, помню точно, что у меня была норка с синей этикеткой. Это я точно помню. Она сыпется. Я смотала ее в моточек. Добавила дополнительную нить. Из матушечки, что продаются в наборе. И смотала я в моточек. Вот это один моточек у меня. Получилась шапка с отворотом. И остался такой маленький моточек. Я оставила его для того, чтобы мне в процессе эксплуатации вдруг мне придется подвязать, чтобы у меня было чем довязать. Вот такая шапочка получилась. У меня отворот. Такой еще ниточки
кое-где не заправлена. Это ниточка-резиночка. Я добавляла в процессе вязания нитку такую резинку. У меня было в запасах. Нитки-резинки я подплетала к этим двум ниточкам. И у меня до сих пор шла эта нитка-резинка. Потом нитка у меня закончилась, и я стала просто вывязывать норкой. Но это так меня и устраивает. Я хочу, чтобы здесь было полотно непродуваемое, а здесь более пластичная макушечка. Вот такой у меня получился. Сейчас, девчонки, мне интересно измерить, какая у нас высота шапки получилась. Вдруг кто надумает вязать, кого интересует этот вопрос. 30 сантиметров получилось у меня. По ширине мне немножко она вроде бы как свободновато, но меня это устраивает. Я не хотела, чтобы слишком было туго. Я думаю, она после стирки посмотрим, что с ней будет. Распушится или распушится-то однозначно, но может подсядет, может растянется. Но я надеюсь, что она не растянется. Мне бы это, конечно, хотелось. Так. Хотелось мне, если что-то будет не так, девчонки, у меня есть планы. Я почему оставила здесь и ниточку. Я хочу, может быть, я крючком немножко стяну этот наборный край. Можно сделать какую-то, например, крючком обвязочку. Красиво тоже будет, гламурненько. У меня была когда-то покупная шапка, девочки. Была она тоже серая. И здесь внизу подшито такое тоненькое-тоненькое кружево Ришелье. И оно красиво так черного цвета. И оно красиво так зубчиками выбивалось. И она такая была у меня романтичная, красивая шапка. Я ее носила к шубке. Было очень даже красиво. Вот. Одна моя готовая работа еще на данный период времени. Что я, девчонки, вяжу еще? А вяжу я вам показывала свой квадрат. Это мне браковый. Я такие, девчонки, решила его распустить. На камере очень видно. Это я пробовала. Видео не смотрела. А так, начала вязать. Но смотрю, что-то мне не нравится. Перестроила под себя. И продолжала уже вязать под себя. Это мне понравилось больше. Моя задача, я этот квадрат распущу обязательно и перевяжу. Начала я вязать другой, второй квадрат. Из светлого цвета. С таких ниток я уже вам рассказывала. Это у нас в Украине магазин «Аврора». Цвет 210, ну неважно, не знаю, есть ли они сейчас. Наверное, есть, но я не рекомендовала бы вам их покупать, девчонки. Если есть возможность, можно купить пряжу и получше, и за такие самые деньги. 100% лавсан, 100 грамм, 180 метров. Такое это у меня старые запасы. Так что, девчонки, вяжу. Чтобы мне оно не лежало, нужно что-то испробовать. Вот я начала уже вязать. Что за сегодня мне удалось, девчонки, повязать? Это такое продвижение. Мне нравится. Я думала, будет долго. Будет муторно. У меня всегда была, девчонки, мечта связать плед с мотивом. Но я с крючком на «вы», скажем так. И я решила вязать спицами. И вот, думаю, попробую, как оно у меня получится. Первый будет пробный. А вдруг мне понравится. Смотрю в интернете, полным-полно уже девчонок связали такие пледы. Очень красивые. Красивые они. Можно и яркие оттенки, и пастельные. Кто как хочет. Кому как нравится. Вот и я решила, такой это у меня будет рабочий процесс, отдыхалочка в корзинке, чтобы не объемная. И дальше, девчонки, я хочу вам показать тоже свои задумки на пряжу. Я сейчас буду слаживать пряжу на свои следующие процессы и задумки. Готовлюсь я к видео, готовые работы мои следующим планирую снять уже. У меня дело стало за малым постирать эту шапочку и высушить. И уже буду делать отчет, что я связала за... Ну, девчонки, посмотрю, за, по-моему, за 2 месяца. Вот такие у меня планы. Это потихоньку буду провязывать. Хочу, сейчас буду строить корзинки с проектами. Все уже я
убрала, все у меня здесь никаких недовязов, один жилет девчонки, но я к нему немножко охладила, не то, что я немножко охладила, но он особо не актуален на данный момент у меня, он у меня лежит, я обязательно его перевяжу, но сейчас мне нужно будет начинать новые процессы, потому что мне уже срочно надо будет, зима не за горами, зима обязательно будет, нужно утепляться, нужно вязать себе теплые вещи и аксессуары, так что пока я жилет отложу до лучших времен, но обязательно я его довяжу. Самое главное – захотеть. У нас же, как девчонки, самое легче с собой договориться, домовиться. Решим вязать – будем вязать. Решим не вязать – не будем вязать, отложим, свяжем на потом. Самое главное – вдохновение. Так, девчонки? Так вот, вдохновение я вам. А я сейчас буду собирать корзинку на новые свои планы, новые процессы ноября. Если вам интересно, оставайтесь, посмотрим, что я планирую. Но это так, только набросочки. Я просто сложу корзинки и буду строить небольшие планы. Готовлю пряжную корзинку с планами на мое вязание в ноябре. Первым делом ложу махер, кит-махер от Газам, с которого я планировала вязать паутинку, но теперь планирую две ниточки вязать джемпер. Я буду вязать его круглой кокеткой. На данный момент времени я так думаю, что пока остановилась на этой мысли, но как там, куда забредет идеи наши, будем посмотреть. Вязать буду на спицах номер 6, Нитпро Зинк. Вот такой мой план. Дальше, девчонки, мне же нужен аксессуар на шею, бактус или платок, наверное, бактус, шаль. Хочу извязать почти весь мотор, буду руководствоваться мастер-классами, смотреть, как девочки вязали. Хотя у меня тоже есть на канале два видео с бактусами, но мои бактусы начинаются с трех петель. Ну, хочу посмотреть что-нибудь, связать в другой технике. Планирую вязать из Ализе Ангора Gold Ombre Batik и спицы номер 5, Нитпро Зинк. Вот такие процессы у меня. Вижу, что она новинка, тоже многие девочки приобретают. Буду и я пробовать. Девчонки, ну как же без зимнего теплого свитера? Мне в помощь пришла Ализе Ангора, Ализе Классик, Лана Голд классическая. Очень-очень красивый цвет. Цвет передается правильно. Он такой какао-пудровый. Очень нежный такой пастельный оттенок. Буду вязать себе свитер. Не знаю, с высоким горлом не, но думаю такой. Объемненький немножко. Ну, девчонки, не буду думать гадать, потому что я и сама еще не знаю. Нужно мне теплый свитер и буду вязать. Вот моя красота, мое вдохновение. Добавляем сюда. Через махера. Вот такая кота будет меня стоять и вдохновлять, радовать мне глаз, пока я не приступлю к новым процессам. Девчонки, всем вам вдохновения, мира, добра, благополучия, ярких красок, хороших моментов в жизни, здорового игнора, легких петелек, чтобы у вас все-все жизни было хорошо, чтобы все ваши желания исполнялись. Всего вам хорошего. А я пошла вязать. Позорчик. Или кто-то тут у тебя в портфеле сидит. Девчонки, прикол. Слышу, что-то шарудит. Хочешь в школу? Доставай. Портфель надо доставай стирать.
вот такой вот ученик, Гарри. Гарри, что ты забрался там, в школу? Вместо Назара? Дистанционку? Да, дистанционка, девчонки, собралась постирать портфель, потому что немножко походила и уже. Что оно за животные такие? В любую коробку влезет. У мужа сумка дорожная тоже сидит. Гарри. И пол не холодный. Гарри, ты в школу будешь идти? Да? Ты вылазить собираешься оттуда или нет? Ой, какие они потешные. Я не знаю, у нас обычных котов не было. Может, и обычные коты такие, но эти... У нас только такой породы были. Первый тот по всем коробкам лазил. Но этот вообще в сумку дорожную не можно, нельзя оставить сумку дорожную. Муж не успеет приехать, он уже там как там залезет, любую щель пролезет. Уже закрыла я сумку, осталось немножко щель. Он пролез и сидит. Здесь такое же. Гарри, что это за приколы у тебя? Полный игнор, да? Тебе нечего сказать этому миру. Как я тебя понимаю, Гарри. В нынешней ситуации и нам нечего сказать этому миру. Хочется тоже залезть в коробочку и сидеть так наблюдать за всем происходящим. Может, оно все образумится, девчонки. Да? Ну, желаю вам такого спокойствия, уютных домиков, где вы можете спрятаться от всех неурядиц. Здорового игнора. Всех крепко обнимаю. Девчонки, смех разбирает все. Пока-пока, говорим мы вам. Гарри, Назар. Всем пока-пока. Всем пока-пока. И я. Пока-пока. Пока-пока.